пришел на сушку на других посмотреть и себя показать. Особенность фотовыставки в том, что каждый желающий может повесить свои фотографии, но и также взять любую понравившуюся. Вот такая вот сушка. В сквере у речного вокзала между деревьями натянули бельевые веревки, на которых любой желающий мог развесить свои фотоработы или рисунки с помощью обычных прищепок. История такой вольной выставки берет начало в Санкт-Петербурге. Первая сушка прошла в 2011 году во дворе газеты «Известия». Дальше идею переняли многие города России, в том числе и Тверь. Мероприятие наше называется «Сушка». Это фотовыставка в свободном формате, так сказать. Сушка у нас уже второй раз проводится. Первый раз была осенью. Людям очень понравилось, они меня буквально всю зиму теребили, чтобы еще раз провести. И вот, наконец, это свершилось. Самое главное, что здесь все люди творческие, царит такая дружественная атмосфера, очень много знакомых появляется, очень здорово. С коллегами мы решили объединить всех фотографов, так как их очень много у нас в Твери, и все разного уровня. Вот, решили это сделать на платформе ВКонтакте, да, то есть как бы группа. Вот. И, собственно, помогать новичкам самим учиться чему-то, то есть оценивать чужие работы, как бы свои выкладывать. Первоначально мероприятие планировалось провести еще в конце мая, но дата постоянно менялась, мешала плохая погода. Но в этот раз все по-другому. Погода благоволила организаторам, участникам и посетителям. Для всех желающих Павел Осадчик и его ученики организовали бесплатный фотосет о композиции с самоваром и сушками. Это вот такой интересный формат выставки, когда каждый желающий может прийти, развесить здесь на прищепках и бельевых веревках свои картинки и, собственно говоря, потом по окончании этой выставки взять понравившиеся работы себе. Есть такой поверье, что фотограф в профессии одинокой, что каждый фотограф, он как бы сам по себе. А здесь выясняется, что нет, люди любят общаться, люди любят показывать свои работы, брать какие-то чужие работы, и все это очень здорово и интересно. Сушка объединила фотографов самого разного калибра, от любителей до профессионалов. На натянутых между деревьев веревках несколько рядов развешаны фотографии самой разной тематики. Пейзажи, кадры с концертов, животные, даже профессионально сделанные портреты встречаются. Фотографирую уже 3 года и считаю, что свою выставку сложно организовать у нас в городе, и вообще много проблем, а тут возможность для всех. Конечно, это чтобы тебя узнали, может быть, заметили больше народу, посмотрели другие работы потом в интернете, то есть себя продвинуть немного. Любой пришедший смог забрать понравившуюся картинку, предварительно ее забронировав, наклеив стикер со своим именем. Я пришла на выставку первый раз, мне все очень нравится, я узнала вообще об этом где-то около 5 утра, вот, первый раз, и очень красивые фотографии, просто всего много, и интересно очень. Люди интересные. Я хочу какую-нибудь такую фотографию, которая прям меня заденет, и взять ее. Я не успела распечатать свои, просто там очередь была, я прибежала сюда. Таких проектов в Твери должно быть больше. Все это привлекает молодежь. Это интересно и увлекательно. Аналогичные мероприятия планируется провести 29 июня в День города на площадке в городском саду. Это будет первая открытая фотовыставка «Тверская фотосеть», участие в которой также сможет принять любой желающий.